It's gonna loot for Shlem. Вилок, hello. Peter, you have kit? No, I'm looking in medics. I have to kit. I take it. Oh, okay, I'll come you. Okay. Red Sona, what the? I'm gonna die. Oh shit. Ooh, car. Дэнни, привет. Не знаю, думаю, на тренировку, что ли, или в аркаду сходить пока. Тай, Питер. Я, Рэдсон. Тай. Питер. Yep. Coming. Okay, go to that. Yep. This car? Car. Назик, я схожу в аркаду, наверное, в этот. Okay. Peter, I go to practic. Call me later. What did he say? You no for mine. Gorcho, go to training room. Okay. Даня, спасибо. Так, пока они там катают. Ай-яй-яй. И на тренировку. Аркадный режим. Бум. Компенсатор юнит. Yep. I need. Маймар, кстати. Oh, big distance, very big distance. Okay, I take for you. Thank you. Okay, let's go. Oh wow. Maybe a car.
Я по... I see people. No, let's go, let's go. No, okay. I don't know if I shoot. Bro? Yeah, yeah, yeah. Just, What? Maybe house. I'm with it. Oh, it's okay. Protection, protection. I'm good to do. Let's see. Pakistan. House. Ah, okay, okay, okay. Let's go. Let's go, drop. Drop. I should have. Knock it or? No, no, no. Okay. Ah, I see, I see. Window. Top floor, top floor. And here. One people. Prava yellow. Ай-яй-яй. Блин. Go behind car, go behind car. Ah, no, okay, no stress, no stress. I heal with bandage. Твою ж дивизия. He's crashing. Sayonara, asshole. Are you much? Yes.
центр основной. О, щит, баги, баги. Окей, смок, смок, people. I guess here. Core back, I know info, core back. Oh, behind. Core back, yeah, let's go. Now. Ah, oh, shit. Healing. Ah. No, not down. Stop. Quad bike might be pushing behind. Oh shit. Go car maybe, go car. Yeah, car, car. What the? I don't have flame on helm. But people in this. Ah, yeah. Oh, shit. Yeah, sorry. Oh, bad. Саня, заходи. Ага, сейчас. Догоняй. One minute. Okay, I go to shop. 10 or 15 minutes, I come back. I take a break, I take a break. Okay. Блин, по-моему, закончилось. Ясно. Блять, откуда? Блять.
Так, Назик, ты ушел, да? Ладно, одну катку. Один сыграет. Я тут. Уже? Блин, я только начал. Сейчас я быстренько сольюсь, боткамп включу. Да я не ездил. Короче, заначку начал. Заначка? Сигарета? Да. Ну, корректно. Сейчас я боткамп слетаю по-быстрому. Ну, я через 50 минут поеду за сестрой в школу. А потом окажется то, что сестра уже дома, да? Никуда не поедешь. Нет, у нее урок заканчивается через 50 минут. Че там, рулетку включили? Кого, не знаю, по-моему, еще не загрузили щедро. Володя что-то говорил. ЧПП, да есть? Рулетки тоже есть, а рулетки еще нет. Это с утра, а сейчас хз. Блин, вчера играл, короче, с чуваком. С Сингером. Позавчера. Уже как он вчера орал. Типа, тебя убивает. Его убили, я убил двоих, хоть на пять убил. Так же на СНК играли. Вчера хорошо захотел, я не знаю почему, но вчера очень хорошо захотел. Вечером. Я вчера вечером был никакой. Знаю, мне прям отлично. У нас вчера корпоратив был. А, понятно. Вчера по 8 килов, по 2, по 4. Бывали проигрыши, но все же. А
А, кстати, видел этот танец новый? Что нет? Добавили? Сансара. Где все, бля? Держу жопу. Хорошо, что хоть в кровати выгрузили пост, что сегодня включат. Хоть попытки успел купить по 15 гп. Ага. Ну, с утра еще можно было купить. Да, я вчера у меня гп висели, 8к гп. Я сегодня утром взял. Я на 7к закупился. 7 чем тут. Все, вышел, чтоб ты не ждал. Завтра на рыбалку, может, поеду. На зимнюю? И чё там? Нет, лед как раз сошел. Завтра должно быть плюс 9. Возьму, только прикол в том, что живца негде купить. Разве что возьму. У меня есть такая штука специальная, знаешь, типа под живца маленького. Бросаешь там прикормку. Угу. Таскаешь, не знаю, поймаю что или нет. Ну, посмотри, может, там есть объявление какие-нибудь по продаже. Да я как раз ездил в город, смотрел, говорит, сейчас нет, где-то через неделю-две только будет. Летом, да, типа? Только так, как лед был, не знаю, что там такое. Да, если нет, то на спиннинг покидаю. Там на этом ставке, что я езжу окуня очень много, понимаешь? Угу. На все поберет, на червя. У нас в период запрета спиннинг вообще нельзя. Ну, у вас есть запрет. У нас тоже типа есть запрет, но не везде. Там может где-то в больших городах проверяют, а тут я живу тут. Ловишь, когда хочешь. Я уже соскучился по этому. Футболки? Да. Последний раз еще в Нидерландах. Посидеть на природе, покидать это удовольствие. Че, куда летим? Power grid? Давай. Спичку. Спичку. Прикольно. Ник спич написал ку. Спичку. Только что последний поиграли. Поргрид прикольно, все игры отмотали. Ну, 4 кило. Слишком быстро летим. Слишком быстро летим? Нет, я слишком быстро выпрыгнул, нет? Да блин, по-моему, нет. Может и да. Вот так. Скорее всего, да. Чего нет? Сейчас мне на контроле только долетать. Бля. Да, со мной люди. Ощущение, что это не моя война. Здесь мне там делать нефиг. Короче, две команды. Да ко мне. Да я уже тут. Я к тебе прилечу, но этот сразу мне это положит, блин. Он ко мне тут летят. Давай, надо их встретить. Че, у меня челик забагался? Потом он отдавал. Еще один катается тут, мой. Катался, покатался и спалил.
Там живой? Да, пока да. Ебить. У меня тут челик. Будь осторожен. И за собой. Да ё-моё, ну как так? Он гады. Добивает? Да, добил уже. В том, что его порсек вроде. Это твоя метка на нем, да, сейчас? Да, плюс-минус там, да. А где мой труп там во втором ангаре? Тут тоже люди были. Да, на крыше. Хорош. Не спавнят. Вижу. Верно, как еще? Блять, хаешка. Еще один нет. Еще, еще. Сзади. Патронов нет практически. Второй, походу, был немножко надамажен. Это другая команда. Да, знаю. Нет, тому, который с окошком надавал, это уже другой его тиммейт был. А что? Только вы держите.
Oh, Karaken. Чё? У меня крашнулся папка. Загрузка. Прикинь. Ну, ты на карте. Чё там, ты заходишь? Ну, я запустил, сейчас не знаю, зайдет он. Нажали этим. О, воду падает там? Ну да, там в конце вода. Понял. Не весело. Ты заходишь? Да, это сейчас включусь. Уже летишь. Я, скорее всего, не успею. Вода куцает уже? Да не вода, приземлился. А, ништяк. Повезло. У тебя там народ есть? А, никого не видят. Тут вектор для тебя лежит. Сейчас я тут... маленькую избушку зайду, смотрю, что есть. Блин, ни одного рюкзака нет. Осторожно, сейчас у тебя бахать будет. Куда убежать? Ну, просто уйди от дома, там дома в основном только. Вроде ушел. Все дома, короче. Ох. Что, по тебе там? Да. Он там за камнями где-то. Аптечек нет. Бля, здесь он ко мне подходит. Двоих там за камнем. Жестко. Один слева обходит. Здесь вот. Меня походу не знаю.
нас. Второй где? Второй, это с другой стороны. Второй уже в спину. Сейчас, подожди, с минуту. Сынок. Норвин, наверное. Норвин. Ну давай. Там есть. Да. А, двое. Че, к тебе что ли полететь? Нет. А, они полетели туда. Центр. Нет, не центр, с твоего края. Ну.
по тебе? Нет, я там стою. Мазал все, конечно. Точки фигачит. Где они? На метке. Один куда-то вправо ушел. Да как? Блин, почти дал. Чуть-чуть осталось хилиться. Хорошо. Одной пульки не хватило. Макс, привет, с праздником и тебе. Так, он аптечку-то мне оставил. А второй где? Второй этот к тебе сюда вон пошел. Вон, нет. Четыре был, да? Нет, я 4. Украл. Четыре жужжается. А, ну я с этого с ящика забрал. Блин, не станет мне нужно. Хотя, в принципе, я золото. Третью брать надо.
Ну, как бы да. Я метку поставил. Иди забирай брюнку. Короче, где-то там вот снайпер сидит сверху, значит. Но он не меня, а там пониже. Там двое со снайпером. Один внизу где-то со снайпером. Так, где-то близко. А, там тачку расстреляли. Да покуш. Эскрейсина. Круто. Фигня тогда скажи. Фигня? Да. Звоню, блин, отдача дикая вообще. Лучше уже кьюбы взять или МК-12. Отдача дикая, так ты не зажимай с нее. Опа, возле меня. Блин. Семерки нужны. Тут тачка взорванная, тачку, наверное, лутает. Так, баг еще вижу. Возле тачки не вижу никого. Так, я свою метку удалил, ты поставь метку, если где-то чего-то видишь, слышишь. Ну я не вижу, но где-то вот тут за камнем. А, дальше получается, да? Где-то там слышал, но я не вижу. Может, грину кинуть? Ты уже подходишь к этому месту. Да? По тебе работает? Нет, это я бросал. Ну где-то там внизу я слышал, топал. Но я не вижу его. Так кто-то едешь или? Ну это тачка. А если честно, не вижу там за камнем. Только правее не вижу. Ну я не знаю, где-то внизу топал. Бешеная тачка тут.
бешеная тачка. Врезалась в камень и стоит. Пошлет нас. Че, лута нет? Есть. СКС варишь? Ой, 2-4. Нет, у меня СКР. Она просто врезалась в эту, в этот камень. Блин, куда это делся? Ну я стопудово слышал тут внизу. Здесь вот наверху еще тоже тачка, блин. Лутанная. Или лутанная. Прикрой. Тоже никого. Ладно, пошли дальше. Там баги, по-моему, где-то был. Или пешком? Да пешком, это недалеко. Блин, компенсатор так и не нашел. Ну нафиг, теперь когда захожу в дом, сначала открываю дверь, проверяю. А тут как раз залетел, там двое тупо сидят. Все двери позакрыты, типа не лут, а на... захожу в комнатку маленькую, там двое. Один на АФК просто сидел, а второй в линии. Здесь на горе возможно. Только здесь так чел. Сюда нужно идти. Домишки в зоне. Или встречать будем? Да, я так и хочу сделать. Блин, по мне со спины из домиков с этих. Косые до безобразия. Одного вырубил. Второй. Второй не знаю где. Метка, метка. Я там убил. Так, один сюда зашел. Дым, дым, видишь? Он так, уже забежал? Здесь еще у нас сзади. Где сзади? Здесь на метке. В доме? Нет. Блин. По тебе сразу? Угу. За камнем, по-моему. Оп.
на тачке поехал. Там зона их чуть крутится, а, побежали. Вниз спустили, что ли? Те двое из горы вниз спустились. В дома? Я не знаю, куда они побежали. Там же. Еще один дома внизу. Там на метке один. Угу. Все. Не, в эти моменты я убил. Понял. Блять. Ни одного пуля. Не попал. Хотел этот дроп залутать. Ай-яй-яй. Я не успею, наверное, поднять. Меня поднять? Я звук, да. Чё? А, всё. Ещё слева один, сзади. Ложись, ложись. Хилься, хилься. Надо было выстрелить. Да блин, мне трава помешала. Как это между двух? Кто тебя увидели? Ты пизда. Да-да-да, отсутствие. Пошли в дом там. Беги за камень, быстренько. Иксах. Если через камня выстрелил, что? Блин, как не попал. 8 челиков оставалось, блин. Логично было. Где-то кто-то засел. Заныкал. Каракин.
Надеюсь, не выкинет меня на этот раз. Я себе друга нашел. А я? Все, куда? Сюда? Да, куда угодно. Приземлились, да? Нок. Одного нокнул на крыше. Один только у нас упал здесь? Ну, на крыше был один. Рюкзака нету никакого. Есть прям здесь. Есть тактическая ложа, цевьё. Не, рюкзак надо. Валим. Да ё-моё. По кому? Там на метке был. Где-то. А, вижу. Да ё-моё, вообще в спине. Я за камни, в принципе. Болите. Там по ним стреляют. А, ты тоже. А, тут подходит. Наверху здесь есть монетки. Попал по двоим. По одному, точнее, два раза. Аптечки искали.
Шлем второй не видел? Я только первый. Иди ты в жопу. На желтой метке. Сверху. Тут пятый патрон заканчивается еще. Здесь у меня есть. Под тобой, блин. Где-то здесь слева должен быть, где-то. А он внизу не может быть? А может под внизу? Под нами он топает. Да, под нами двое. Вниз пойдем. Ну, тут не взорван. Что, взрываем? Сань. Погоди, не. Они сами взорвут, выйдут. Нексов ничего. Нексла. А, нет, в другой стороне. А, нет, это все. Так, на метке, слева. Толян, привет. Это далеко. Они туда забежали, подальше. Пойдем. Ближе в зону. Оп, перед нами двое. Перед мной. Понял. Иду. Не двое в этом маленьком. Один уже наверху. Другой вот передо мной. Еще справа, блин, были. Ну, вечером играть не будет никто. Так хрен знает. Заходи сейчас, что? Или ты сейчас работаешь сегодня, Толян? А, сейчас тоже, наверное, схожу покурю. Во сколько ты дома будешь? Знал, что раскатает, да, бля. Назик меня забайтил. Векс. Топ 7 по Москве. Раньше. Ты кому говорил, стоп зашел? А? Чего? Ты кому говорил, чтоб зашел? Там кто-то спрашивал вечером. Толяна. Вот такая куртка. Выпала. Шучу. Купил на торговой площадке.
Так, ты как, пойдешь курить? Блин, ну и обувь у тебя. Пойду, схожу, прям. Да. Труселя — это... Толян, это твоя тема.
Наконец-то я тут. Я тут. Ага. Вон Толян челлендж хочет заказать. Какой? Говорит, этот сыграть в труселях. А чё? Пиджаке, труселях. Сколько он заплатит? Я не знаю. И не факт, что вообще заплатит. Чё, куда полетим? Ой, блин, опять это Мирамар. Этот, блин, вообще бесит эти большие карты. Больше всего Мирамар и Ранги. Это Яга, Санок, Караки. На те карты я поиграл. Давай на Power Grid попробуем. Да. Куда, ангары или... Предлагаю зачистить вначале вот этот дом. Ты что, на крышу прыгнешь? Нет, я просто не поставил. Короче, я в торец здания, а ты сбоку. Там проход есть, там дверь открывать не надо где. Справа боку залетай. Ну, блядь! Уже прыгать надо было. Так, я, получается, тоже сбоку сейчас залечу. Так, там есть 2, 3, 4. 4 команды. Круто. Мы здесь не первые бы. Меня обогнали. И нету нифига. Да, яма. Блять. Меня запиздили. Я только оружие успел взять. Тебя тоже завалили? Да, первого. Понял. Только оружие успел взять перезарядку, тебя он уже меня убил. Как-то он быстро перезарядку сделал. Че, давай, челлендж? В труселях. Спонсор следующей катки. Толян. Молчанка. Так, ноги. Где там труселя-то были? Хера у тебя труселя. У тебя нет таких? Нет. Это где их смотреть? Ты не модный. Ноги? Типа, но... Не, у меня только шорты есть. Да, ебал. А, это фигня. Нет, на глаза это лишнее. Надо обувь по цвету подобрать еще. Так, руки. Я вообще без обуви. Ой, ты покупал что-нибудь от, из этого челленджа? Весна в действии? Нет. Там что очки дают? Ну, в принципе, ничего нет. Я готов. Да, я тоже. Погнали. Дина, маску одень еще.
Так, блин, если Дина одену, тогда этот одежда, как, блин, шапка вот эта не оденется. Здорово, медведь. Опять Миромар. Да, ништяк. Чё, реванш? Да. Чё, не все отвалите от меня. Все за тобой бегут. Долбоёбы, бля. Мать Тереза. Мне кажется, они на меня запали, блин. Особенно та девка, что за тобой бегает. Крашеные губки, наверное, было лишним. Только внимание. А у меня, кстати, тоже... Ну, у меня девки скинули. Типа девочки лицо. Чего не бежишь? Мы просто поздно прыгнули. Привет, ты чё? В прошлый раз лута там практически не было, сейчас должно быть. Да, я говорю, только оружие взял, перезарядку делать мне уже. Он слишком быстро перезарядится. Быстрее всего дробашек перезагружается. А он взял берег. На 2 секунды раньше мне подступился. Кстати, по сестру уже не поеду, я уже привезли. Ну, я сейчас же говорю. Опять с нами есть яма. И летит прям с нами. Нет, там дальше полетит. Зашел в этот переулок. М16 тут не умеется, не бери. А, блин. Чё, по тебе? Да нет, я по Джоксу. Семерки. Ну, третья броня. Надо ангары атаковать. У меня каски нет. Годик ты? У меня тоже нет. Еще здесь не все дул, то ли. Молик, ходишь. Не газуй, не газуй. Я подойду.
мне там дальше пойти. Еще один тут. Откуда? Это кто брос? Это я. Так нет уже здесь. А, дальше? На твоей метке, да? Да ё-моё, он уже там. Ты сможешь поднять? Еще один сюда идет. С моей стороны. Хорош. Спине еще один лежит. Он поднимает. Они за КамАЗом или где? А за контейнер. Контроль слева, ангар. Дал тычку. На метке к тебе бежит. Mm-hmm. Видел, он ушел назад. Одинок. Блин. На метке на желтой. Я в ноги, если чё. Ты все убил? Вот, нет, я добил. Ты где? Килок нет, да? Да. Пятерки есть? Мало. Он зашел? Зашел или нет? Не знаю, наверное. Да. Или кажется. Он на желтой же метке где-то. Готов. Все? Юмпик не видел? Видел там в другом ангаре. Там был юмп с патронами.
Захилиться надо бы. А вот. Это сюда. Надеюсь, больше никого не осталось. А вторая бронь надо? Надо бы. Вот надо. Тут здесь у меня. Б, первое, у меня есть вторая бронь. Первое, очередное. Это хилки надо найти. Ой. Мишка тут белый. Иксов нет? Двойка только. Третий рюкзак надо. Блять, так и знал, где-то здесь вот. На метке. Там подальше. Я не в своего, не в своего, я выйду. Я к тебе выйду. Сейчас к тебе подхожу. Ты поднимай. Чувствую, что там кто-то есть, блин. Он на крыше? Нет, нет, он там за контейнерами, там за этими штуками. Я сейчас попробую обойти. А, вижу, вижу. Там машина. Не нокайся, я обхожу. Все, все, все. Убился, да. Пятерки надо? Ну, да. Здесь, короче, на сейчас этого. Я этого сейчас залутаю. Пятерок у меня 45-х достаточно. Минку возьми. А, двойку надо? Да. Ладно. Сейчас скину тут. Возьми двойку. А, там третий рюкзак еще был. Третий рюкзак. Нет, там на трубе. В центре. Будешь брать? На том трубе X2, да? Возьму. Нет, двойка там, я тебе скину, метку поставлю. А рюкзак надо был? Нет, я с зоной побегу, с рюкзаком от зоны. Первый шлем. Компенс на АПП нужен. Окей, если будет, скажи. Вертикалка. О, не нужна. У меня 4 кило. Это? У меня 2 кило и 2 помощи. О, шестерка. Четверку скину. Давай. Скинул. Так, к нам подъезжают. Напимся. Метку дали свою? Вижу их. Убежают. Остановились?
Может, один высадился. А, они в зону просто погнали. Да. Нам тоже надо. Так надо? Блять, здесь же карлик валяется. Сейчас я крючок возьму. Ты пятерки нужна? Нет, есть. А, вертикалка нужна тебе? Черная? Черная, да. Да-да-да, возьми. Чекаю еще. Семерки есть? А 150 у меня все. Блин, мне надо. Тебе на коряк? Да. Но я тебе штук 30 скину. Нормально. 40. У меня сейчас 15 штук только. У меня есть вертикалка, пламегаз и увелмаг на снайпл. Ну, нет, вертикалку только надо. Компенс нашел, что ли? Да. С горы? Горячит. Не знаю, на горе никого не вижу. Где-то там за горой. Вижу. Бежит. Метка. Понял. Да. 2000 дам. Уже с твоей стороны херечит. Да. Ох, блин. Откуда он стреляет? А, с крыши. Да ёлки-палки, он в окне. Понял. Точнее, у двери стоит. Есть дым? Есть. Пил. Ад. А, есть кем. Отлично. Чё, я тебя догнал, получается? А, нет, у меня 3. У меня 5. Сука. Да я немножко семерок спрыгнул. А, сейчас. Аптечки есть, а? Возьми. А, вертикалка, кстати. А у меня есть одна аптечка. Я бинтами захилюсь. Там пошел этого. Проверять. Ты в доме будешь? Смотрите. Да, я в дом зайду. Четыре. Глушитель, компенс тут есть. Глушитель на что? Глушитель на штурмовое. Возьми. Ты сам зайдешь. Да я в дом пойду, возьми. Блин, бронь теперь надо. Третий рюкзак тут. Есть третий. Куча пятерок. Пятерки тоже не надо. Так, глушитель не надо, можно. Понял. Блин, 8 микс, дайте на коряк нам. Давай. У меня X4. У меня просто на 16 не идет.
Так, две дымовых и три гранаты, один молотов. А в Виломаг на ПП надо быстросъемный? Нет. Есть. У меня одна световая, один дым, две хаешки, один нолик. Окей. А в Виломаг на штурмовой это тоже. Компенс, если будет ППХ. Так, ну зона немного далековато. Я пламегас нашел. ПП. Что не критично. Где там X8? У меня. Скинул. До сих пор у меня первый шлем. У меня второй слабо. Так, зона пошла, да. Валим. Семерок, конечно, не так много. 47. После 115. Того, что ты мне дал. У тебя коряк у меня бери. Пикада, наверное, пойдем. Сейчас дым, в принципе, можно так вот просто прибежать, мне кажется. Спасибо. Это мне? Далеко зона прыгала. Надо, наверное, забраться. Да-да, пойду. Это как-то подозрительно тихо, да? Да, вообще. 20 человек, кроме нас. Еще живо. Здесь вот место вроде неплохое. Вижу. Метку дал. Понял. Видишь? Да, вижу. Меня, походу, заметил, да. Еще один откуда-то стреляет. Хорош. Ты где на... А, вот второй бежит. Отсасываемся. Или отсюда воем. Еще справа валят. Стреляет. Ну я бы говорю, дать их забрать. Постараться. Их забрали, мне кажется. Сомневаюсь. Тачка есть. Это их. Нет, живые. Вижу. Он там видел. Один на метке тоже. Это на склоне на том, что ли? Да, да, да.
Прям на метке моей. Их должны были с той стороны, по сути, забрать. Будь здесь тогда. Закручу. Им дроп прям падает. Да. Я обойду их чуть левее. На метке есть. На желтом. Так, нам нужно, по сути, возвращаться снова на тот же холм. Блин, я тут у них прям под нос. Видишь их? Они по тем работают. На метке. Он в доме, что ли? Слева от дома. За домом. Пока не вижу. Баги возьму. На другой стороне вижу метку, да. Их там двое за домом. Одинок. С правой стороны. Их там сзади закрывают. Выходят на желтую метку. Да, вниз ушел. Садись. Синька съест сейчас. Там на меня метки эти люди. Понял. Я повыше возьму. Чтоб крутить, ты там заныкайся где-нибудь. Хелис. Твой где-то вот здесь вот. Понял. Все забрал, да? Нет, это другой. Из синьки бежал. Этот перебегает. Горы где-то. Угу. Двое на двое остались. Тебе нужно ко мне заходить? Да-да-да, мы против сольника остались. Так, они справа обходят. Это уже. Последний остался. Ага. Ну, там вот, короче, на метке. Он обходит сейчас справа. Не иди, не иди, нокнешься. Он пойдет. Не переживай.
Вон, снизу идет. Игровая зона села. Че, челлендж выполнен, да? Да. Толик. Нормас. По урону обогнал. Кто я? Да. Ну, это не мудрено. Короче, я иду покушаю. Давай, через сколько будешь? Минут 15-10. Хорошо, давай. Тоже сейчас чай попью.
Сзади уже у нас. Помогите, ёпить правую сторону держать. Хули вы самое пушащееся место, блядь, не держите. Они за самолетом сидят, за камешком. Я тут. Угу, час от игры. Не против? В аркаде чуть-чуть. А. Разомнусь. Да-да. Ничего, как у меня. Куда мне не будет, что не было? Здесь на самолете пройдет. На однерке, ребята. Блять, ребята, на однерке. Найдите, ебаный брод, блять. Пизда. Да блин.
Это мастер такой. Хуя не пиздоболы какие. Шторм. 36-й ранг, дай. На единице типа сидят. На единице, блядь, никто не дефает, типа одного. Что там, что нового? Нет. Так, 12 киллов осталось, 11 уже. И закончится. Хорошо. Камбэк нахуй. 23 кило, короче, сил. Чё, победу? Да. Я по летнему оделся. Сразу видно, броня есть или нет, бля. А то под этот кот хрен знает, одел меня. Черный цвет так сильно в траве не видно, когда лежишь. Таяга. Да, полетим. Что там у нас есть? Парам. Терминал? Не. Можно вот сюда залететь. Давай. Я на метку свою полечу. Я за тобой привязался.
Говоришь, ты к лету готовишься. Отобрал меч какой-то. Ладно, ладно, иди пни разок. Да ты туда и я. Так, с нами. Двое слева есть. Зеленый парашют? Серьезно? Двое слева, да. Но они на другие экипы. Мальчик взяли. СКС есть. Тоже тут СКС есть. Блин, берил взять или 416? 416 она легче контролится, но бери его, там маг лучше. Так. Проверяю, как этот. Нет, ну контролить К-12 много приятней. Берился. К-2 мне что-то не нравится. Вертикалка есть, если чё. Чёрная. Возьми, я тебе красную дам. Нет, мне не надо. Ничего. На К-12. Ой, на К-2 ничего не нужно. Кроме бумага. Что за херня? Там третья броня получаю, не взял. Здесь есть внизу. Блять. Бам-барам. Короче, этот влево уходит сюда. Один сюда. Уходит. Один справа крутит. Назик. Спасай меня. Или пускай меня убьют до первой фазы. Так, я же попал. Блин, я вначале посмотрел в ангар. Что-то этот мелькнуло там. Потом смотри, ё-моё. Как так, если я первый попал в голову, не сдох, а он меня попал и сдох? Надо было К-2 взять. А я, блин, выстрелил. Это СМ-24. 64 рано, серьезно? Бред какой-то. Ну как так, если я первый попадаю, он не дохнет, он меня попадает, я дохну. Ну, бывает, я говорил, если одновременно стреляет М24, допустим.
Там 2-4. Ну, у тебя ты первый, а у него как будто бы он первый. Там же пинги всякие. Он уже позже выстрелил. Я уже перезарядку делал. Тогда. Может, пинг. Знаешь? Блин, опять эта карта. Да сколько пинг? 60. У него минус 60. От 50 до 70. С ангаров начнем или отсюда? С желтой. Может, с ангаров. Ну, это бутерброд со всех сторон будет. Посмотрим, сколько людей полетит. Ну, полетит как обычно человек 12. Не всегда, иногда туда вообще никто не летит. Это что, одиночник? Да. Ты вместе хочешь потусовать? Значит, вангард, да? Да, давай. Ну, я все хочу там вангард. Так, есть один, два, бляха, муха. Нафига? Предлагаю. Да блин, один быстрее меня, да как так? Сюда тоже три, ё-моё. Я в центре упал. Кажись, у меня оружия нет. У тебя там в ангаре соседнее место люди. Блять. Берегу как захерачил. Метку поставил. Через этот прицел нифига не видно. Где я вообще? Я сейчас подползу к тебе. Почему меня там? Нет. Двое. Это третий раз уже. У меня хаешка есть. Сейчас принесу тебе хаешку. Нет, не принесу. А тебя тоже били? Да. Горело тебе, давай на дом, бля. А там на дом 4 упало. Угу. Больше шанс выжить. Три ног. Четвертый контрольный. Понравился ты им весь белым. Так, сколько стрим? С половиной часа.
Понятно. Ставь метку. Газ. На годок? А? Давай. Я вчера там два склада завалил. Не два склада, а дуло. Два дуло залепил, да? Да. Доиграл хоть с немцем. Я его нахрен. Ой, блин, что-то я прилетел. На себя засмотрелся. Так, есть три команды, как минимум, вижу. Ну, а три, блин, тут целых шесть. Тоже отлично. С калашом вчера понравилось играть. Сегодня не очень, да? Сегодня еще так себе. А, блин, я был тут. Наметки есть. Сразу же. Ну, блин, у меня патронов мало. Два раза попал в него от рыбаша. Пускай добьют меня, да и на крыше он, скорее всего. А нет, внутри. Да, да, нет. Юмпик у него. Короче, он меня взял на плечи. Ты видишь, да, где? Да. Вот он меня несет. Тебя отнес. Заползешь? Угу. Прыгнул. Да как так быстро? У него вектор ближний бой. Да какая разница? Большая разница. Расстрельность. Максимум дамаг. Ближний бой. Был, наверное, поднять меня успел бы. Да, я тоже что-то так потом подумал. Умные мысли приходят потом. Вечно ты меня вот так вот бросаешь, кидаешь.
Говорю, умные мысли приходят потом. Лен пишет, я говорил, что труселя магические какие-то. А есть магические труселя? Блин, я ранга. За вчера и за сегодня первый раз ранга попался. Давно сюда не летали мы. Жак, фотку снимай. Че тебе надо? О, крутой, смотрите-ка на него. Переоделся. Там же фигня это на 7 дней. Да. Да у меня они висят тупо 10 штук. Я вам на одежду хоть бабскую лучше возьму. Все-таки надо будет ехать в магазин. Когда? Не знаю, курить нечто. Mm-hmm. Ну, потом перерыв сделаем, да. Перед вечером, чтобы отдохнуть немножко. Еще рулетку покрутил, только еще ее походу нет. Нету, да еще? Да еще нет. Я тебе типа, в группе написал, если будешь, чтобы сказали. Еще нет, не написал. 411 попыток. У меня 1200. Да. В смысле, да. Не веришь? Да верю. Че не верю? Как получилось? Возьму там каких-то жалких 3 СП, блин. 1200 попыток. Я на прошлой рулетке, если посчитать все попытки, прокрутил где-то 1300 попыток. То выкрутил, да и вспомню, что-то около 15 СП. 15-16 попыток. Понял. Я камуфляжи, в принципе, хотел на оружие. Камуфляжи что-то вообще не падали. Один вроде выпал там. Все нормально. Так, ну слева, короче, вот здесь вот на метке. Вижу. Там. У нас как будто бы вроде бы и нету. Ракетница сигнальная есть. Прикинь, да? Отдам. Хорошие руки. Не бери рюкзак. Чё, лут хороший, что ли? Рюкзак нам нужен. О, есть первый. Да, 24 скорал. Четыре икс тоже нашел. Ты чё, ангар золотой первый? Ближний к тебе, нет? Тут я понял. Бронь вторую тебе здесь нашел. Я пошел катер лутать.
Нет, я забрал все. 416 убил. Четверку надо? Да. А то я ж тут восьмерку нашел. МК-12 взять, что ли? Вместо миника. Ты считаешь? Или лучше миник же? МК-12, мне кажется. Миник тоже 307, не знаю. Я вчера играл с Кибил и МК-12. АСКС мне вообще не понравился. X2 надо? Нет. АСКС мне вообще не зашел. Понял. Может лучше Кибил. Но зона вообще в другой стороне. Что, золотами еще текнем поближе? Ну, там, наверное, есть. Ну, куда... дальних стреляли. Они сюда, наверное, прибежали. Вот, видишь? А я никого не вижу. Выстрелы слышал дальних. Вот. Вертикал, как компенсатор, или еще найти? Я потихоньку пошел в зону. Ракетницу запущу. Давай тоже. Чуть не туда пошел. Иди ко мне, я сейчас вызову ракетницу. Так, дропа еще нет. Только есть эти. Бардам. А место здесь стоевого хороша. Дроп будет только после первой фазы. Хорошее место здесь, да? Да, помню. Тоже разыграли, в этом месте погибли. Что, дальше по склону пойдем? Зоны и так пробки надо будет бежать.
пошел? Это уже неплохое место. Вот точка едет. Точка едет. Остановилась. По колесам двое. Можно. По колесам. Поглянь. Второй этаж вырубил. Угу. В этом доме ног. И из другого окошка тоже. В другом доме? В другом доме, да. Он сейчас второй спускаться этаж? Будет. Да, второй. Перебегать будет сейчас вот здесь вот на метке. Я подойду. Перебежал? Да, перебежал уже. Блин, я в поле. Зачем ты побежал вообще? Боговая, сейчас снопнешься. Да. Меня двоем они закроют. Как дела не делаются, ты чё? Окно разбилось. Не шуми, вижу одного. Не шуми там. Метку поставь свою. За трактором. Оба там? Да, один за контейнером, второй за трактором. Один ушел за контейнер. Да, там. Все, отлично. Сейчас поднимать будет. А другой тоже там? Я не знаю. Нет, другой там не был. Этот за этим контейнером. Нокнутый. Да. Все бежит на метке. А, вижу. Через трактор. Он уже там. Оп, полез назад. Алмаз, привет, с праздником, спасибо, тебе также. Он на желтой метке, ты чё? Да, я в курсе. Два это. Дал тычку. У тебя хаешек нет, да? Нет, он видит меня, блин. Путина. Прям целит меня просто. Тот стоит в одном месте и целит. Полям по полям. Да ё-моё, попал. Мне кажется, тебя не спасти. Возможно. Но отлично. Ты чё, я попасть не мог? Чё за хер? Поднял уже.
Ай-яй-яй. Идут. Блин, не туда стрелял. Да ладно, это я все забрал. Конечно. Я бы сюда и не пошел бы. У меня ракетница там была, блин. Сейчас ракетницу отдались. Отдали. Дай-ка угадаю. Там в честь праздника 23 кп. Китки, щедрая рулетка. Не удивлюсь. Да. Вроде писали про 50, а что получается? Приходит ТЗ, короче. Может, как в прошлый раз, 50 на 50, то есть, может, 23, может, 50, кому как повезет. Запустили щедрую или нет, я не знаю. Должны были сегодня. Права не было. Че, перекур или еще катку и хватит на сегодня? Давай еще катку, я поеду в магазин. Угу, давай. Без трусов и топы не берутся. Тебе виднее, Толян, блин. Даже не знаю, что это здесь. Да ё-моё, да сколько можно? Одевай кружевные трусы. Толян, мы выполнили твой челлендж. Следующий челлендж будет после оплаты первого челленджа. Да, Настик? Где мои бабки Лебовски? Он тебе сколько должен? Че? За челлендж сколько тебе должен? Ну смотри, мы сделали по 5 киллов. Один килл. Сколько? Нет, ну у меня две помощи. Еще дополнительно. Как не считается? Че, блин, ты моих застелил там. Ну да, мы старались, потому что у нас был стимул, сейчас стимула нет. Сейчас куда летим? На Пикадо? Не знаю. Куда скажешь? Если тебе срочно в магазин, полетели на Пикадо. Если не торопишься. Я, короче, прицепился к тебе, думаю, сами. Да давай, повоюем. Повоюем, полутаем, ты хотел сказать? А, все-таки повоюем, окей. Антон, привет. Антошка, Антошка. Пойдем копать картошку. Картошку. Так, а все сзади, с правой стороны все. Сзади. Впереди. На первые. На первом. Эти оружие. Ай-яй-яй, упал. Пиздец, эту катку запорол. Кто-то приземлился, у меня оружия нет. Что-то мне так солнце засветило. Я с киллом ползу. Патрик. Че ползаешь? Жизнь такая притягательная.
КВ нет, не наскучило, просто как бы не очень хочется проводить стримы по КВ, покуда не пофиксит тех желающих покикать. Надо пофиксить этот чит, тогда прям вообще нормально. Ну ты понял, короче. Не разрешение. В красном доме у меня. Загорать. Какие-то там, блин, контракты выполнить. Один еще тут у меня. Блять. Ты там, блин, зажжешь. Ты крутой. В красном доме тоже есть. Удалил 3 месяца назад КВ. Ну, я, наверное, примерно. Ну, так же, блин. Ребята, извиняюсь, и не хотел вас потревожить. Здесь слева. Он вот здесь вот. Вот он. Бей его. Хорош. Заходи, заходи, заебал. Дверь закрой, зона. Дверь закрой. А ты представляешь, я захожу, и здесь вот за этим столом двое, блядь. Сразу, блин. Перепугался. Одному, конечно, ввалил. Бежит. Да, газует. Блин, есть болики? Есть. Тебе зачем? У меня нет. Последний отдал тебе. Чё я? Спасибо. Кто там стрелял? Давай, а, вижу его. Второй этаж, желтый дом. Да ё-моё. На метке. Да мне кажется, кроме Папиту там есть. Читаем если. Там двое. Ж не один Папита. Пад. Да нет, пад. По одному дал раз. Снял ноги. Сзади. Чё ты опять начинаешь? А, ты нокнул, да? Ну я раз попал по одному. Блин, блин. Вертикалка. X3 сбросил. А не там же, что ли? Я не знаю, спрашиваю. Да-да-да. Нок. Хорош. На метке там нок. Нормально. Чё, двоих забрал? Изи. Учись, бля. Танцевали, хватит. Я уже им в спину зашел. Думаю, сейчас я им покажу. Так они уже, он уже резнул. Чтобы там охватил бы сразу, просто, блядь. Сомневаюсь. Они бы дверь открыли, тебя косяком пришибу. Да я там стоял за рогом, за углом точнее. Так, Алмаз, меня также кикают, понимаешь? Когда стрим запускаю, также кикают.
Поэтому пока выстрела я не провожу. Когда пофиксить. Да и план гонки, почему не запускают? Тоже по этой причине. Разработчики не пофиксят его. Че, вкусные они там? В центре зоны. Он дроп падает. Че, вкусненькие они там? Такое. Такое. Ветки были? Девятки вроде нет. Сейчас на зону. Опа, у меня тут дом есть. Метку. Большой дом поставил. Понял. Я не знаю, где именно оно в доме. Здесь на метке. Просто там. Окошко. Они чекают этот дроп. Дроп летит. Знаешь? Да. Да, я туда и пошел, понимаешь? Вот здесь дроп. Да. Тачка на дроп едет. Двое идут на дроп. Угу. Еще тачка на дроп. Я их закрою сейчас. С того дома еще стреляет. Да. Так я не вижу откуда. На печуне есть на последнем этаже. Да блин. Успел спрятаться, гад. Я на метке пробежал влево. Нок. О, все, убил. Здесь на метке есть. Здесь. На пятюне я убил. Сразу сдох. Хорошо. Этого тоже этот забрали. На метке твои ждут. Вот здесь вот за... Там за тачкой. У меня патроны закончились. Какие? Фактически. Четверку надо? Пятерки. Четверку надо, спрашиваю. На желтый также. Четверки не нету, X6 у меня, X6. Назик, слышишь, у меня X6. Слышь. Вот, все. Что
что-то не вижу его там за машиной. А, вижу. Их там двое, нет? Ну, вообще их двое было. Второй я не знаю где. Да, двое. Полям, попали. Синий, в синий. Да, в синий да. Один. Закончились. И припасы. За машиной. Дал тычку по одному. Видел? Да, то, что из дома выбежал. Я думал, это я. За машиной ног. Давай только не беги. Я не аж туда, так ближе чуток. Чё, можно. Ты поднял он. Дальше за машину. И в синий перебежали. Уехали на тачке. Залутал? Что именно? Дроп там или тело дроп, там? Стой. Дропное тело. Удачных игроков, хорошая игра. Спасибо, Алмаз, с праздником еще раз. И тебя тоже. Они свалили, короче, далеко. Шестерку тебе прихватить? Шестерка у меня есть, мне нужны пятерки. Пятерки есть там? Пятерки есть. Я тогда возьму тапалку. А то я у кого-то АВМ собрал. Ты? Да. Да, я тебе сейчас пятерок принесу. Да я сам подъеду к тебе. Да я набрал их, как не знаю кого. А, ну тогда позу ко мне, у меня тачка у двери. Так-то. Все. Так и быть, спасибо. И все. Нифига себе. Броньку вторую надо. Да, не надо. Видел. Надо. Ты мне броньку предлагаешь, вторую или что? Мне надо. Тебе надо? Так ты же пошел лутать дроп. Что не взял? Дроп пустой. Третью броню. Дроп пустой. А, челики возле дропа. Которых положил. Положи.
А, зона ушла. У нас же тачка есть. Ох, кто-то стреляет. В горы где-то. Да ё-моё, откуда? Где-то с горы 340-345, не знаю. Я думаю, нихер. Хватится. Поехали. Брони второй не было? Нет, тоже надо. Вообще можно спать с брони. Ты лутать будешь здесь? Чё, в смысле? Да, нет тут брони. Первый бронь есть. Тоже первая есть наверху. Тачка есть. На дроп поехала. Нет. Да-да-да. Минус один. Все. Пошли золотами. Иди. Дымов разбросал, как не знаю что. Лися, я старался. Чтоб тебе удобнее было лутать. Тут шар еще есть. Че, две тачки возьмем? Зачем две? Надо было колеса тогда выбить. Сколько тебя убить? Четыре. Одна я помощь. Тоже. Две, еще четыре вместе. Он боится. Да, видишь? Подсосемся, здесь постреляем в них. Сейчас лутать будет, который. Давай, работаем. Я не вижу. Заебал ты. По ним работают разных сторон. В окне двое. Один в одном, одним в нижнем, на метке. Все. На метке. Окне, да? Вижу. Справа. Заебал. Теперь все. Так, один ног на втором этаже, если что. Угу. Должен быть. Че, пойдем? Поехали. Пока не он. Внимание. Он стреляет. Попал. Стой, мне шлем забрал, я прямо в голову попал. Третий шлем. Че, поехали?
так, блин, в голову можно было попасть, третий шлем забрать. У тебя коцаны, наверное? А? Коцаны? Да нет, это живой, блин, шлем, третий шлем собрали весь. Готовься стрелять здесь наверху, сейчас принимать будет. Вон справа, да? На горе? Да. Они стоят, не слышат. Блин. Ушли. Какая досада, да? Как бы знали. Ну, в кемпы надо врываться. Мы здесь не найдем нормально. Блин, у этих дроп там. Мы пошли под гору пешком. Пешком. Угу. С левой стороны тоже есть люди. Низ хороший. Дали метку. Вижу. Не стреляй, бля. Ты чё? Дал метку. Далеко. Один. Ты чё, с ума сошёл? Один слева, второй справа. Они от зоны сдохнут. Нам главное вот этих подсосников. Которые тут вот у нас будет. Здесь дальше за этим холмом возможно есть. Да. За камнем. Аптечек нет? Да ё-моё, как? Сметореза. Идёт. Да блять, ты должен был ослепиться. Три флешки. Сейчас я гляну. Раз флешка. Ну, не увидел. А, ну, понял. Что за не подумал на предложение поменять КВ на Тарков? Так я играл в нее, в Тарков. Даже выходы какие-то.
Ладно, сейчас, я в магазин еду. Ага, сейчас я тоже стрим запущу. Этот, хорошо. Тарков не нравится стрессовая игра, и заключается в том, что вот когда ты заходишь, сразу ищешь выход. Это вообще... Эта игра ни о чем. Заходишь в игру, чтобы сразу искать, блин, секунду уже все пошли, там, надо срочно найти выход. Вообще, я не знаю, о чем думали разработчики. Давай эту игру. Давай тогда, я пошел. Ага, давай. Тоже завершу. Вечером запущу. Запущу. Спасибо за просмотр, ребят. До новых встреч. Всем пока. Разработчики Darkwave и КВ одни и те же. Блин, да-то да. Некоторые разработчики Darkwave участвовали в разработке КВ. Так и есть. Ладно, пока всем. Thank you.